мне бы пригодилась помощь. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Доступны темные стражи. Приготовьтесь. Враг направляется к нашей базе. Разработка завершена. Противник. Протосы. Хорошо. Биомасса для экспериментов. Один из поездов покинул станцию. Его уничтожение — ваша основная задача. Не дайте цели уйти! К оружию! Хорошо. Я здесь, среди теней. Враги идут на нас. Приготовьтесь к обороне. Они вступили в бой. Основная цель уничтожена. Схема побега неэффективна. Легко перехватить. Разработка завершена. Здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой.
хотите, но он не должен достичь цели. Мои навыки пригодятся тебе. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Заманчиво. Ваши союзники вступили в бой. Ради возмездия. Что ты я здесь. Темные стражи готовы к высадке. Разработка завершена. Крадущаяся тень. Здесь. Улучшение завершено. Противник приближается. Нужна защита. Основная цель уничтожена. Мы нанесли противнику урон. Похоже, со станции отправляется еще один поезд. Предлагаю отменить этот рейс. Ваши союзники вступили в бой. Пустота. Чувствую замаскированные войска. Нужно обнаружить. Мои навыки пригодятся тебе. На южном пути поезд. Идет очень быстро. Наверное, особо важный груз. Перехватите его, если сможете. Основная цель уничтожена. Всякий обречен, попав в руки неразимов. Разумно. Я не буду служить тебе вечно. Будь по-твоему. Враги выдвинулись к нашей базе. Пусть они об этом пожалеют. Жить тебе вечно. Очень разумно. Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Какова? Мои навыки пригодятся. Ваши союзники вступили в бой. Я выхожу из тени. Мы едим с тени. Ваши союзники вступили. На этот раз они отправили два поезда. Разозлились, наверное. Или решили взяться за дело всерьез. Мне оба варианта не нравятся. Мы крадущиеся. Регенерация началась. Вера. Восстановит войска. Я не буду служить. Вечно. Ваши союзники вступили в бой. Улучшение завершено. Наш пилон атакован. Вы отлично справились с поездами. Мне тут доложили, что половине состава в каюк. Я здесь.
среди теней. Основная цель уничтожена. От нашего гнева не скрыться, как и от собственной тени. Настало время битвы. Ваши союзники вступили в бой. Враг познает нашу ярость. Противник направляется к нашей базе. Неразимые, готовьте клинки. Мы едины с тенью. Враг познает нашу ярость. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Заманчиво. Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Улучшение завершено. Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Командиры, не опаздывайте к поезду, иначе нехорошо выйдет. Я... Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Мы... Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Ради возмездия. Очень разумно. Заманчиво. Темные стражи готовы к высадке. Ваши союзники вступили в бой. Распределяю регенерацию зергов. Восстанавливаю. Союзники вступили в бой. Нашу среди теней. Основная цель уничтожена. Рой не остановить. Цель не скроется. Нападение неизбежно. Подготовить оборону. Я сердце тьмы. Что ты предложишь? Регенерация началась. Восстановит войска. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Мы крадутся. Ваши союзники вступили в бой. Пространственные струны настроены. Заманчиво. Ваши союзники вступили в бой. На южном пути еще один живчик. Поспешите, а то уйдет. Я здесь, среди тебя. Ваши союзники. Основная цель уничтожена. Выполнение задачи достигнуто. Ваши союзники вступили в бой. Наш пилон атакован. Распределяю регенерацию зерг. Основная цель уничтожена. Невозможно убежать от того, что нельзя увидеть. Улей в опасности. Нужно устранить нападающих. Отличная работа. Дополнительная задача выполнена.
возмездие. Улучшение завершено. Наш пилон атакован. Ваши союзники вступили в бой. Заманчиво. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди теней. Мне кажется, их склады уже совсем опустели. Осталось всего несколько поездов. Пустота. Что ты предложишь? Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Мы, крадущиеся тени. Хорошо. Ваши союзники вступили в бой. Основная цель уничтожена. Цель перехвачена. Недостаток планирования. Ну вот, еще один выполненный контракт. Я в долгу перед вами, командиры. Но не в том, что платежом зелен.